Я рад приветствовать всех и вся, кто уже знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстро разбора гирь, других спортивных снарядов. И все видеоролики коснутся, хотелось бы надеяться, довольно интересной темы. В отличие от предыдущих видеороликов, в которых рассказывают о универсально применимых именно сменных грузах в тех или иных конструкциях быстроразборных гирь, будет представлен в всем видеоролике дополнительный сменный пакет, пакет смены грузов, можно сказать, имитация всего сменного пакета грузов. Вот. Да вот эта имитация, вот они. То есть некогда, это ж было, вот это вот рукоятка. Обыкновенная деревянная рукоятка. Вот. Как разделительный фланец. Вот. Так вот эта вот деревянная рукоятка была связана вот с этим самым разделительным фланцем. Вот примерно то же самое, что и вот в этой гири. Вот. Она, за основу которой по автосу здесь 1674-1876 взята вот гиря по именно вашего покорного слуги. Так и внешний вид, который слегка по принципу именно гири кооператива инициатива, то есть гири одесситов. Вот. Вот при Одесском краностроительном заводе Венеранского восстания. Так. Так вот, такая же рукоятка же здесь была. Итак, допустим, вот это вот гири одесситов, вот эта рукоятка, разделительный фланец. Да. Да, впрочем, секундочку. Это вот, ходил внутрь, и был цельный. Это разделитель фланец с дужкой. Однако, не важно, что деревянная, из крепких пород дерева, данная именно сменная рукоятка, сменная дужка вместе с фланцем, именно вот из древесины, правда, крепких пород. Вот. Это из древесных материалов, можно сказать, домашнего железобетона. Так много. Это не требовалось, вот эта вот часть, потому что у меня есть конструкции вот таких сменных грузов. Вот каких. Именно. Преднамеренно самый большой весистый сменный груз, пока ни разу нет другой, отстранен. Вот тут порядка именно вес 8 килограммов. То есть, допустим, шла речь о том, чтобы, как говорят, чашки вот не летели на ура от этих вот именно от разборных гирь, то ли одесситов, то ли волжан. Например, волжан только большего размера, например. Вот, они даже из двух половин собирают, да. Или вот такой гири, который тоже, в принципе, почти как гири волжан, только крепление сверху. Вот. Так, чтобы эти чашки при смене веса от 16 до 32 килограммов летели на ура. И рукоятки именно так же не разламывались. Мной все предусмотрено. То
есть, в принципе, от имитации такой гири, которая, говорится в этом, утолщен эта рука, вот этот именно фланец утолщен. Вот-вот. Так о чем же еще речь? Что, допустим, вот это воедино сделано. Если не представляется возможность вот такие смены груза делать, именно, да, то можно сделать абы смены груза, даже применив смены грузовые диски, вот, скажем, гантели типа Вейдер-Кетлер. Вот. Причем и стяжной стержень также. Это быстро собирается, разбирается. Тут не надо все это демонстрировать. Примерно равнодиаметральные. И вот эти самые. И собираются они от центра. То есть в Кириволжан по обе стороны это будет. Уже не надо даже расточивать. Вот этот вот, да-да-да. Вот этот вот посередочный фланец. И по обе стороны. Допустим, 1,25, тут 1,25, 1,25, 1,25. Ну, примерно. Вот. Каждый. Хотя нет, эти крайне по 1 килограмму, но не важно. Все подробности. Можно смены грузы, какие-то еще дополнительные грузовые диски. Разве 1,25, может быть, 1 килограмм, килограмм, а там может даже 0,75 килограмма, 0,5 и даже 0,25. И так же идти через, даже, да, через полкилограмма, если при симметричной сборке. Так вот, именно не требуется так уж, как говорят, не требуется воедино, в одном пакете смены грузов, консолидировать все грузы. То есть вне снаряда будут храниться дополнительные, ну как штанги, дополнительные смены груза. А вот здесь все смены грузы находятся в одном консолидаторе. И доступ ко всем сменам груза, к любому, тут молниеносен. Так какая же главная техническая задача была? То есть, первый вариант. В гире одесситов просто-напросто, на первый случай, залить вот эти вот боковые чашки, вот, ну, это полусферы, залить свинцом и расточить, скажем, то ли под этот пакет смены грузов каким-то образом. Но, правда, надо делать вот эти смены грузы. Не так легко. Сделал ваш покорный слугой. Или просто применить вот эту конструкцию, ставив внутрь. Именно смена груза. Причем можно один сделать так, чтобы в этом пакете должно быть центральное отверстие, сквозь которое и будет проходить, допустим, такой вариант смены, это стяжной стержень, вот этот самый гири одесситов. Вот. А это флаг как будет центрирующий. Вот там, вот этот часть. То есть, вернее, да, вместе с рукояткой. Вот. Если же применить это, скажем, вот в гири Волжан, да, так этот должен быть без дужки. Вот это, конечно. Может быть, даже более тонкий. Вот фланец. Опять-таки, отверстие, ну, желательно. Там не будем говорить о других вариантах, пока, вот, чтобы не усложнять этот вот самый видеоролик. Вот. И так само при центрированной сборке применить как в этой конструкции, так и в этой. Что же еще? Нужно для, скажем, рывков, вот один фланец, нужно для
для жмонопопа, другой какой-то такой разделитель в плане с душкой, конечно. И даже, как рассказывал не раз и не другой, применить в других это снарядах. Ведь другие именно сменные элементы вот этих комбинированных спортивных снарядов показывалось ранее, но покажем и теперь. Вот, это же гантель. А, даже снятая с верхней крышки. Вот это вот, вот. Как похоже на гантель даже снаружи Луи Сира. Так вот это вот. Именно. Вот это вот такая... элемент рукоятки такой, гантели. Скажи, это не вращающийся элемент рукоятки, а там многие другие варианты можно. То есть можно вот эти, скажем, гантель трансформировать вот в одну и другую гирю. То ли в эту гирю, так показывалось в других видеороликах, то ли вот в эту гирю. То есть, которая, да, показывается здесь и ее, этот сменный элемент. Вот, в зависимости, в изобретательстве не следует гнаться за всем. Вот. Если требуется более нам цельная, именно, чтобы была конструкция более как бы цельная для соревновательного варианта, все-таки. Вот такую конструкцию можно. Только больше их именно веса. Если не так обязательно. Не так уж. Вот такую конструкцию. Если даже может даже другие разновидности сменосвязных стержней делать. Запасные сменостержни. И даже гирю одесситов также можно сделать. Таким образом, что она будет очень и очень удобна на соревновательный вариант. Время, как говорят, поджимает, подпирает. Так. При необходимости или возможности, как оно уж получится, будет продолжен видеоролики по всей теме. А покуда... традиционно, скажем, до свидания, до новых встреч.